Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Путешествие наше сегодня не заканчивается. Опять мы куда-то приехали. Не знаю куда. Остановили машину и идем всей дружной семьей. Расскажу пока. Покажу. Кажется, мы идем вот в этот дом. Путешественница. Какая жара, 4 часа дня. Зато супер прогулка. Сейчас попали в такой дом, так классно, посмотрите. Я сейчас вам покажу основное. О, классно. А молочок бегаем. Посмотрите, какая веранда. Как балкон они сделали на дереве. Здесь вот такая веранда застекленная. Сад. Девочка. Под деревом. Посмотрите, как все сидят, а мы со Шкимом не можем ноги согнуть. Как классно придумали вообще. Прямо в деревьях, посмотрите. Чалдырдым, дай. Ашкин, сөйле, нерде биз? Ağacın üstündeyiz. Bak derim. Ofluğa gidiyor musun? Yok, daha 4 dakika. Sen geç oraya otur. Ofluğa gider gideceğiz. Sonra bura iyi olmaz, zöt oldu mu? Bu da patoş. İyi içecek ha? Oyun mu oynadınız? Açlığınız ne var? Yok, yemek yedik de çay içeriz. Çay mı daha fazla? Çay. Çok çay canımız istiyor. Bu da anne. Çay içeri, bura vodka. Çayı sen buraya koyduk. Hey, dedik ki çayı burada içecek. Это веранда на подвешенных досках, поэтому на бревнах. Поэтому мы с Ашкимом сидим, боимся шевельнуться, чтобы не упасть. Ашким, харекет не обма. Вам бурда да топой на юру. Узам лабелир. Проблем нет, Машка. Abin nasıl böyle askerde kilo almış? Evet. Посмотрите, чем нас угощают. Bunlar direkt koyar gitmiş o zaman. Kıyı vardılar. И вот это вот интересное такое. Орехи. Bunlar direkt gidiyor değil mi? Biz de bekler burada. В сиропе каком-то сладком. Сейчас чай будем пить. Сколько здесь гостей, видите, как хорошо мы сидим. Ашким боится упасть с балкона этого. Это другого цвета. Size getirmedim yoksa? Bizi getirmedim. Hiç kalmamış ki. Allah. Ne oldu anne? Ne bile? Bir tane şey sallandı. Какую мы вкуснятину нас угощают? Сушеные. Ашким, ама анламадын буны. Çok lezzetli. Hurma, hurma. Cennet meyvesi dedik aşağı. Karalyuk. Представляете? Как вкуснятина, обалдеть. Sorabilirsin anne. Посмотрите нас. Özle. Как мы хорошо сидим. Amcanın karısı. Amca içiyor musun? O amca. Babanın kardeşi. Çay yapıyorum s limonu. Babanın kardeşi. Amca. Çıkabilir misin? O benim abi. Olur mu? O
Buna yengem. Çeksin, çeksin. Çok heyecanlandım. Вот еще новая семья, познакомьтесь. У них, оказывается, очень много братьев у него и две сестры, или три сестры. И вот это все невестки. Ай, бу видео молду. Мне хозяйка дома разрешила снять видео, поэтому я хочу показать, как здесь вот ее старшая дочка, здесь вот ее комната. Вот, посмотрите. Хочу показать, как живут в деревне. Так, вторая вот эта комната. Вот такая. Холодильник. Третья вот такая. О, и балкон есть. Смотрите, как. Видите? Зеркало. Балкон. Видите, балкон. Такая лестница, видите, коридор. Такой домик. Тут, наверное, тоже балкон будет делать. Вот черешня, дерево, столько растений здесь, классно. Здесь, наверное, туалет. Угу. Здесь туалет. Ничего, так вот живут, видите. А там? А, там на крышу. В общем, такой обзор. Так, вот это бурада, да, в туалет. А. Чварберши. Вот такая вот зала. Вот такая кухня. Видите, холодильник здесь. Кухня такая. И вот я. Спальня. Мне машкаем бурда. Ашкаем. Сыгнял нич голди. Ножки. Бурдаем. Друзья мои, а сейчас мы идем к заловке. Моей заловке. Вы представляете, не заканчиваются наши хождения по гостям. Вот ее домик. Вот такой уютный, красивый домик. Посмотрим, кто. Эту заловушку. Говорят, что я ее помню и знаю, но что-то я сейчас не могу вспомнить. Вот тут. Видите, как все аккуратненько повешено. Как у них здесь, видите? Интересно. А, вот что было у нас в гостях. А, негюзеля. Видите, как посмотрим на ее сад. Вот. И курочки там, и розочки. Видите, какая хозяюшка. Она все чистенько так. Посмотрите, как хорошо. Не гюзель. Не гюзель. Не гюзель. Чикабилир мы без синины эф. Олур мы? Разрешили мне, вот смотрите. Тут в туалет не будем заходить. Посмотрите, как сделано красиво. Ну, я сразу захожу в салон. Какие молодцы. Как чистенько, как уютненько. Ну, посмотрите, мои хорошие. Слов нету. Тут, наверное, спальни. Не будем заходить в спальни. Чок, гюзель, чок. Бурада даха гюзель, бурада. Чок, гюзель.
Ne oldu? Kahve içeriz, kahve mi yapalım? Burak abi çay içmek isteyen varsa birer bardak içsin. Ben istemiyorum. Решила, мне здесь детская. Как красиво. Бураси, не? Я так удасы. Улурмы гермини. Посмотрите. Видите, как аккуратненько все. Чистюля. Чистюля. Теп-тем-тем-темис. Теп-темис. Стентемис. Темтемис. Не гюзель. Biz hep şekersiz içiyoruz ya burada kahveyi. Ben de şekersiz içerim de herkes şekersiz. Zaten kayınbaba şey içmez. Oruç. Beş tane yapmak işte hanım. Ben de içmeyeceğim. Dört tane. Beş tane. Beş kişi. Kışın nasıl burada? Çok soğuk kışını. Yok güzel oluyor. Ama soba. Soba yapıyoruz. Uh-huh, вот сюда печку вставляют они. Ya burada olunca soğuk olmuyor arabada. Bir de her tarafı sınıyor şu odalarda. Burada girip çıkıyorsun ya. Dışarı çıksa düşürsün. Ama burada açık kalıyor, öbür odalarda sınıyor. Çocukların odası da sınıyor. Ой, ну что, наверное, буду уже заканчивать. Такое видео получилось длинное. Весь день по гостям ходим. А вот откуда мы пришли сейчас. Там мы сидели. Они близко так, все родственники, братья, все, у всех здесь дома близко. Очень красиво тоже сделано. Супер. А это вот ванная. Душевая. Кабинка. Все есть. Я бы тоже в таком домике жила, мне очень понравилось. Они вот немцами построили. Они раньше были там на этом. А, знаете, где были? Вот такой туалетик. На дороге жили ужасно, мне аж страшно было. Думаю, как можно здесь людям жить? А вот переехали сюда. Построили дом очень красивый. Тут печка у них, видите? Как интересно сделали, закрутки там. Все по-хозяйски. Тут как прихожая такая. Видите? По-хозяйски все. Очень понравилось. Хочу вам что-то сказать, мои хорошие. Вот сейчас я разговаривала с этим замечательным человеком, отцом 9 детей. Я ему выразила благодарность за то, что он вырастил таких детей. Они такие все культурные, они воспитанные, они такие чистые, они все чалышканы, трудолюбивые. Я говорю, и он сам, посмотрите, как огурчик. У него жена рано умерла, 35 лет назад. И вот он остался один с детьми и поднял их на ноги. И я сказала ему, что все, что хорошее, это вы, благодаря вам. Вы это все посеяли в своих детей. У всех есть дом, у всех есть земля, у всех есть работа, и все зарабатывают. И у всех воспитанные дети. Вообще их не видно, не слышно. Вот сейчас посмотрите. Я ему сказала спасибо вам и вашей жене, пусть земля будет пухом. Я сейчас, сегодня вообще увидела очень много для себя нового, открыла. И еще раз говорю, что я очень довольна, что познакомилась с этой семьей поближе. Очень довольна, потому что столько позитива я взяла, энергии. И могу сказать, что на земле можно построить дом, просто на земле. И сделать уютный. Вы сейчас видели сами, как красиво был сделан дом внутри. В любом месте, лишь бы было желание и уверенность в себе. Ну все, что хотела, то вам сказала. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.
мы находимся у еще одной заловки, моей заловки. И я спросила ее, можно ли снять ее семью. Она сказала, да. Так что показываю и эту заловку вам. Друзья мои, вот мы пришли к последней заловке в гости. Вот ее муж, она сама в таком домике чистеньком. Я говорю, везде все так хорошо, уютно. В общем, моя заловка всех родственников увидела. И мы вместе с ней. Вот такая вот семья, такая девочка, такая вот все очень культурные, очень хорошие, очень добрые. Все семейные и все. Так вот они ухаживают, воду дают. Посмотрите, какая лапуля возле папы, да, сидит, видно папы на дочь. Сейчас нас отвезут домой, мы машину оставили, и сейчас самый младший брат отвезет нас домой. А вот и самый младший. Он обручил девочку, скоро будет свадьба. Чья машина? Идет на работу, работает охранником. Очень хорошая семья, они здесь живут рядом друг с другом. Вот я познакомила вас с семьей Рамазана, с его братьями, с моей заловкой семьей. В общем, вот такие вот дела. Пока-пока все. Посмотрите, как она живет. Так чистенько, уютно. Это лапуля ихняя. Вот такая у них салон. Бусизинма? Это их принцесса, посмотрите. Вот она. Девчонки взяла. Их доченька. В общем, вот так вот, мои хорошие. Ну, живут они здесь вот. Не гюзель. Ады. Живут в таком районе старом, но... Кады чок ты шикюре дыри. Кюршерус. Ну все, теперь думаю, что мы идем домой. Найдем домой.